А между тем жители Канска продолжают в социальных сетях активно делиться кадрами, сделанными вчера во время сильного дождя с градом. Судя по снимкам, люди целыми пригоршнями собирали град после непогоды на своих участках. У некоторых из-за разгулявшейся стихии пострадала часть урожая. Вчерашний ливень также затопил дворы и подъезды города. Из дома, не промочив ноги, выйти было практически невозможно. По данным синоптиков, дожди в Канске прекратятся всего на 2 дня, в четверг и пятницу. А к выходным непогода разгуляется с новой силой.